Пока не пережил еще, блин. Постоянно вспоминаю, там реально каждый час вспоминаю, настроение падает, но... Да, посмотрел бой, действительно хороший бой. Прошел всю дистанцию, первой жизни дрался 5 раундов. Видно, что было, зацикливался на этом, чтобы не устать, там боялся силы растерять. Но в целом бой вообще хороший, мне понравилось. Единственное, немного не слушал угол, а когда слушал, все получалось, попадал. Вот, попадал, сотрясал его. Ну, прошел бой, как прошел, сейчас нужно реабилитироваться. Я вообще себя чувствую хорошо, чуть ноги подразбиты. Ты сам видишь, на 3-4 дня после боя у меня пару синячков, и то это так вообще. Поэтому я думаю, что скоро вернусь, буквально 2 месяца, 3, и я уже буду опять на ходу, буду день выступать, думаю. Следующий бой проведу. Да, намного лучше. Если ты помнишь меня после первого боя, да, там всего было 3 раунда, и у меня вообще не было лица. Вот, хотя несмотря на то, что я вот во втором раунде болтанул, в первом вообще его в нокдаун отослал, как бы лицо было вообще разбито. Я на 2 недели ходил весь в синяках, 3 дня вообще с дома не выходил. То сейчас у меня единственная что проблема, только ноги разбиты, потому что я там лупил ногами, вот, там в кости попадал. И вот единственное, что чуть под храму, а так вообще все. И то там никаких серьезных травм, легкие ушибы. И я был готов вообще к любому развитию событий. Да, да, я бы хотел. Я хотел однозначно. Не мне решать, да, как бы. Сейчас я уверен, что мне никто не даст там третий бой. Как бы ребята есть на очереди, уже Сурман Кул, который на победной серии. Но я как сказал, что я тогда вернулся. Они сказали, что будет реванш, так и так, им интересен, но ему дали титульный бой. Вот, он выиграл. Я выиграл 2 боя и выиграл уверенно в первом раунде, поэтому я думаю, что я проведу, может быть, бой 2. Сейчас посмотрим, у меня заканчивается контракт, если что предложит организация. Сейчас у них проблемы, ты сам видишь, с турнирами, потому что настолько проблемы, что отменяется турнир, который будет через 2 недели, да, потому что эти вроде как отменился уже турнир. А бойцов все равно много, все хотят выступать. И... Ну, я думаю, что я один из таких, знаешь, на этот дивизион, которых интересно. Там я, тоже Ландвер, Руслан Кул. Вот, на этот дивизион у нас есть с кем там побоевать. Единственное, мне кажется, из-за чего я чуть проиграл, это из-за того, что у меня в голове сидели эти 5 раундов. То есть я никак не понимал, как, каково это, какая это дистанция, где там прибавить силы, где там, да, знаешь, сэкономить, ну, то есть... И я тоже еще немного был так, знаешь, удивлен, что он сушил бой, как бы, знаешь, он не хотел особо драться, как бы, пробивал серию, старался вязать, ну, как бы, в отличие от первого боя, если там мы с ним дрались, да, рубка была, то сейчас он избегал, как бы, рубки, потому что, как, я так посмотрел, где я только начинаю там зарубаться, сразу я ему больше попадал, как бы, чуть побыстрее я был там, чуть больше видел, но он тоже попадал, дать ему должное, но вообще никаких увечий, ничего серьезного. Веришь, нет, я вообще в шоке. После того боя, когда у меня было поражение Ландверу, мне писало больше людей, чем после победы. Вот, потом я выиграл 2 боя. Ну, как бы все равно, что ты там сравниваешь, стараешься всем отвечать там в Инстаграме, ВКонтакте, везде. Слушай, после этого боя мне реально людей писало в 2 раза больше, чем за, ну, когда я победил, там, знаешь, все поздравляли там с чем-то, я не знаю, все говорят, что я выиграл. Как бы там, знаешь, что там, ну, реально, вот столько людей писало, просто, блин, много очень поддержки было, это реально приятно, да, несмотря, как говорят, что, типа, у победы много отцов, да, а у поражения одна мать. Нет, как бы очень много, все ребята с команды, все поддержали, тренера тоже, Олег тоже, да, тренер поддержал, нормально сказал. Чё, бой хороший, 5 раундов продлился, это только мне в плюс. Сейчас нужно самое главное вернуться, я хочу побыстрее провести бой и победить, потому что я вообще не то, что не привык, я ненавижу проигрывать, сейчас нужно просто, я готов там выйти на турнир М1, посмотрим, что они предложат, может быть, другие какие-нибудь организации, лиги, у нас много российских хороших лиг, тот же SEC, тот же Fight Night, тот же ACA, может быть, предложат, сейчас нужно выйти на победную серию, хотя бы 1-2 боя провести и выиграть уверенно. А я могу это сделать, потому что травм нет никаких, я в очень хорошей форме, я очень долго готовился, почему бы не провести, да, скорее, чем быстрее, тем лучше проведу бой. Но, как ты говоришь, что с М1, посмотрим, да, у меня контракт заканчивается через 1,5 месяца буквально, вот, я за 2 года 7 боев провел, как бы, я даже
отбил все свои бои, как бы все. У меня нет перед лигой задолженности и все.